Всем привет, ребят, с вами Слит. Сегодня вы увидите нашу с вами сходочку в Мумушке, где мы строили очень большую базу из новых стен и новых дверей. Да, ребят, вышло обновление, где реализовали еще одну мою идею. Перед началом обязательно ставь лайкусик, подписывайся на канал и участвуй в наших змеиных сходочках в моей группе. Я знаю, что вы это любите. Нас скоро будет 5000 змеек, ребят. Многие меня поддерживают, и я этому сильно рад. Хочу сказать всем большое-большое спасибо. Я вам не буду ничего обещать, но я очень стараюсь. Перейдем к обновлениям. Разработчик добавил улучшенные каменные стены, которые во много раз прочнее обычных каменных. Далее добавил двери, через которые ты и твои тиммейты сможете пройти с базы наружу и обратно. Они тоже могут служить защитой вашего замка. Правда, всего вы их сможете поставить 2 единицы. Теперь внимание! Добавлена смена дня и ночи. Это очень крутое обновление, наверное, многие из вас точно ждали это. Пока ничего не происходит с этим явлением, но потом разработчик утверждает, что ночью добавят монстров, которые будут мешать вам путешествовать по карте. Это очень круто, жду этих монстров. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, какие монстры появятся. Будет интересно, кого бы вы добавили. Потом уменьшили урон от меча. Теперь топор имеет большие шансы, и улучшение оружия переместили на 2-й уровень вашего развития. А, да, и карта стала чуть больше. Но это пока незаметно, на самом деле хочу уже, чтобы появилась мини-карта. Без нее очень сложно ориентироваться. То, что разработчик оптимизирует, убирает лаги в игре, я не буду это говорить, потому что он это делает почти в каждом обновлении. Вот, будем строить, короче, базу прямо на центре. Хотя нет, давайте не на центре, все-таки, чтобы... Потому что здесь еще мини-карты нету, поэтому, чтобы все вы как-то сориентировались, давайте какой-нибудь угол запихнемся все вместе. Я думаю, что давайте верхний в правый, потому что мы всегда вот почему-то в верхнем правом углу, поэтому... Так, я тут сейчас уже приглашаю, вот тут куча людей уже заходит в клан. Давайте, да, идем наверх-направо. Насколько я знаю, добавили день-ночь, да? Вот, потом добавили монстров. А, нет, еще не добавили монстров, сказали разработчики о том, что скоро добавят еще монстров, которые будут выходить ночью и всех терзать. Я не знаю, какие монстры они тут собираются сделать. Стоп, здесь какая-то база уже есть. Вот это, кстати, проблема. Но я думаю, мы с этим разберемся. Сейчас мы прокачаемся и разберемся с этой базой. Вот. Так что вы лучше сейчас не нападайте, вы лучше прокачайтесь. Вот хотя бы меч. Насколько я знаю, сейчас меч уже идет, по-моему, с 2-го, да, уровня или с 3-го. Вон со 2-го уровня он идет. Вот, сейчас прокачиваем меч, берем еду и идем на эту базу, короче. Я думаю, что она не такая большая там. Да, она не такая большая, и там людей не так уж и много. Так что мы быстро ее сейчас возьмем и построим там свою базу вместо этой. Надеюсь, что люди не против. Да даже если они не против, то не повезло им, к сожалению. Это все-таки наше место. Вы все знаете, что вверх-вправо это всегда было наше место, и оно и будет нашим местом. Так. Второй уровень, да, мне дали меч на 2-м уровне, значит, все-таки со 2-го уровня у нас все это дело идет. Так, добавляю всех, короче, в клан. Еще раз напоминаю то, что мы сверху справа все. Вот, и, кстати, не знаю, тут есть ограничения по кланам, тоже неизвестно. Ну, в количестве человек. Вот, интересно, можно весь сервер так в клан собрать и построить базу на весь сервер. В принципе, почему бы и нет. Так. Ну, что-то они пока не хотят, да? Я почему-то еду здесь не вижу. Мне нужно еду еще добыть. Вот, и можно уже на них сходить. Вы там тоже потихоньку начинаете бить стены, чтобы пробираться к ним на базу. Ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, минус ГД. Вот, так что давайте, ребят, потихоньку начинаем нападать и строить там свою базу. Какие там еще, по-моему, что-то я не понял, какие там еще обновления на самом деле. Там вроде стены добавили, да? Ой, эти двери, стены, стена-двери, через которые можно пройти самому и через которые могут проходить тиммейты.
Так, а печенька где, подождите? А, печенька на третьем уровне теперь, точно. Все, печенька на третьем уровне, берем печеньку и идем потихоньку. Ломаем стены. Конечно, наверное, лучше вначале сломать стены, потому что они нам дадут еще немножко дерева и камня. Только осторожно, ребят. А, тут могут вот на нас нападать. Вот, убейте, убейте его. А, блин, еще не все прокачались. Так, а где все? По-моему, все слились, да, уже? Так, я, кстати, еще не всех взял в банду. В клан, в смысле. Давайте, ребята, главное, побольше еды набирайте и подходите сюда. Да, еще не всех взял. Пока потихоньку еще люди подтягиваются. Так. А, черт. А там этот чувак. Я еще не успел еду набрать, он всех убивает. Осторожно, ребят, главное, убегайте от этих чуваков. Потому что если у вас нет еды, то вы, скорее всего, от них помрете. Потому что как еще вы сможете выжить без еды-то? Сейчас соберем еду потихонечку и потом уже пойдем. Так. А, еще добавили вот эти каменные стены, которые что делают? Которые, наверное, защищают еще больше базу. Наверное, там типа защита больше, чем у каменной стены вот этой. Возможно, больше. Я просто не знаю еще. Первый раз зашел в игру, поэтому сейчас посмотрим, короче. Так, принимаем всех в клан. Собираем еду. Пока что-то даже в топе никого не видно, поэтому... А! Почему не видно в топе? Потому что никто не ставит сейчас префикс СП. Вот, все же пишут свой ник, а сверху СП отображается, а в топе она не отображается. Так, все, я прокачиваю, короче, двери вот эти. Можно прокачать на самом деле колючки, но я буду качать двери. Так, да, двери прокачаю. Сколько они берут? 20 дерева и 5 камня. Так, берем всех в клан. А, ну все, мы их прогнали, я даже не заметил, как вы так быстро прогнали их. Я только еду набирал, а вы уже все сделали без меня тут. Ну так нас, в принципе, нас, по-моему, на той сходке было больше. Хотя, я немножко сомневаюсь, по-моему, примерно такое же количество. Так что давайте немножко рубим дерево, немножко рубим камень, немножко рубим еду. Всего 3 ресурса. Кстати, вы заметили то, что теперь золото не отображается внизу слева? Теперь только очки отображаются. Неужели золото убрали? Мне вот это интересно. Надо потом посмотреть будет, кстати. Что-то я не заметил. Там вроде в обновлении не писали насчет золота, но то, что вместо очков... Ой, вместо золота очки теперь обычные. Это да, это интересненько. Но, видимо, не хотели убирать мельницу. Я вот думал насчет этого, почему вырабатывает золото мельница. Вот, это какой-то бред, по-моему. Вот. Но кто-то писал то, что типа зерно продается с мельницы, и с него получается золото. Но я в это не верю, на самом деле. Не, ну как бы верю, но это все очень сложно, мне кажется. Так, ставлю. Нет, мне еще... я, кстати, еще не ставлю мельницу, потому что что-то, по-моему, она подорожала. Или мне кажется. 50 дерева. А, нет, примерно так же, по-моему, она стоила. Я просто дерево сейчас не добываю. Где, кстати, дерево? Вот, давайте сделаем тогда побольше базу. Постараемся сделать еще больше базу. Старайтесь ставить шахты ближе к стенам тоже, потому что они через них тоже будет сложно пройти врагу. И вот эти шахты они не смогут уничтожить. Вот, так, берем всех в клан, что-то забываю постоянно. Вот, люди все присоединяются и присоединяются, это хорошо. Вот, скорее всего, мы будем вот так вот частенько устраивать сходочки в этой игре. Через Discord вначале, потом уже будут стримы. Сейчас я не могу делать стримы, потому что у меня с микрофоном тут проблемы. Вы можете замечать, что у меня там будут всякие писклявые такие ноты. Но это из-за микрофона на самом деле. Это не у меня такой голос, на самом деле, это просто микрофон такой. Вот, либо там просто что-то обрывается. Ну, я, короче, демонстрировал вот такие вот помехи в своем видео, в каком-то, я уже не помню, в каком. Так, берем всех людей, продолжаем брать людей. Так, вот, еще стена, мне дали стену на 5 уровне, получается. Нифига, вы тут мельницы поставили. Да, ребят, давайте все ставим мельницы в угол, потому что они будут мешать нам, если вы будете ставить около стен. Все мельницы ставим в угол.
Так, сколько они стоят? Мне хотя бы одну мельницу поставить, дайте. Вот, все, одну мельницу поставил, уже хорошо. Не, ну у нас, в принципе, нормально так. Неплохо, сколько нас тут? Примерно человек 20-30 есть. Так что я думаю, что, в принципе, на нас будет очень сложно напасть, если на нас нападут. Вот. Ну, хотя, кто на нас нападет? Я пока не знаю никакого клана здесь такого, чтобы сильно прям он был крутым. Ну, вот ГД единственное там, если вот, вот этот ютубер тоже придет со своим, ну, псевдокланом, вот, и нападет на нас. Но вряд ли такое случится, потому что он всегда записывает видео отдельно, он не делает сходочки, он отдельно все записывает, поэтому вряд ли такое случится. Вот. А я все-таки решил делать сходочки, поэтому, потому что очень весело вот так вот набирать народ. Тем более нас намного больше, чем просто я записываю видео, так что... Так. Ну, мы не тут неплохо уже развились, на самом деле. Кстати, ребят, ночь. Я только сейчас заметил то, что ночь сейчас уже. Вот, и вот у нас двери. Смотрите, я прохожу через двери, выхожу. Входит, выходит. Вот, тут уже люди начинают строить уже второй слой стен, это тоже хорошо. Дальше идут колючки, все правильно делают. Уже без моих указаний все люди уже все сами понимают уже. Так, тихо, спокойно, кто-то у нас, кто-то нападает или, мне кажется. Просто обман зрения, иллюзии. Так, кстати, мельницу мне нужно еще поставить, я только одну поставил еще. Ставим больше мельниц, ставим больше стен. Ну, на самом деле, я такой базы еще огромной не видел. Хотя... Не, ну, в прошлом видео, где мы тоже делали сходку, там была тоже неплохая такая база. Так, надо еду добыть. Где тут еда? Еда. Потом мы сделаем базу, кто-то останется на ней, и пойдем уже нападать. Посмотрим, какие тут еще есть базы. Так, вот это чья, кстати, база. Вот там тоже чья-то база непонятная. Потом нападем на них. Вот. Ну, конечно, вряд ли они нам смогут сопротивляться, потому что нас чересчур много. Вот. Но зато мы сможем построить огромную базу. Ну и вообще, в целом, мы сейчас просто смотрим обновления. Вот, стены, двери. Это все очень круто, на самом деле. Вот. Всегда обновление это очень круто. Это значит, игра развивается. Но... Может быть и такое, то, что игра скатывается с обновлениями. Но пока это не очень сильно заметно. В принципе... Обновы такие немножко годненькие. Двери это хорошо, я считаю. Можно выйти, зайти. Враги не смогут прийти. Ограничено количество дверей. Две двери вы сможете поставить и все. То есть, это максимум. Кстати, попробую сейчас поставить. А, мне дерева не хватает. Вот, так что я надеюсь, что все вошли сегодня в видео. Я сейчас записываю, если что. Нас так не так уж и мало, кстати. СП Санта. СП Пикачу, Никитос. Том СП. Всем передаю привет. Вот, и тут еще добавили недавно функцию, вот эту очень крутую, то, что можно кикать с клана. То есть, если мы сразу заподозрим где-нибудь у нас мышку в клане, мы можем ее кикнуть. И, так сказать, проучить ее. За все ее нехорошие действия. Так, набираем людей в клан. Неплохо. Но все-таки мы можем больше, потому что база у нас пока не такая большая. Мне кажется, что у нас очень много в одном квадратном метре. Тяжело проходить. Так. Давайте я добуду еще дерево, поставлю еще мельницы, потому что нужно больше мельниц. Так, дайте немножко пройти. Ах, как же здесь тесно, как в маршрутке. Жесть. Просто жесть. Во, вот здесь вот стану, с колмейзом. Тихо. Ребят, дайте мне добыть дерево. Прошу вас, дайте мне дерево. Блин, жесть, нас очень много, я не могу добыть дерево. Я так хочу мельницу. А вот, все, я добываю дерево как-то. Все, отлично. Так, ну все. Немножко добыл, уже сейчас третья, кстати, пойдет мельница. О, я поставил сюда ее. Правда, ее сейчас сломают, наверное. Жесть. Да, ее сломали. Ну, блин. Конечно, места здесь очень мало. Надо было немножко больше базы делать, мне кажется. Либо в центре делать.
Не, но в центре мы будем делать базу, когда появится мини-карта. А она, скорее всего, появится. Вот. Была еще идея сделать мини-чат. Ну, типа, видео записать то, что вот идея для разработчика мини-чата мы сделать. Но мне кажется, и так куча-куча предложений, то, чтобы добавили чат в игру. Ему поступает. Так что я не стал вот записывать эту идею. Вот. Ну и куча ваших идей, они тоже крутые там. Может быть, я потом запишу видосик по, вот, с вашими идеями, но не знаю, когда, поэтому посмотрим. Так, а, кстати, сколько требуется ресурсов для этой новой стены? 20 камней и 10 дерева. Ну, в принципе, неплохо. Так же, по-моему, как и обычная стена. Каменная, да? Или нет? Вроде да. Стоп, а это не она же? О боже, что-то я забыл. Надо потом еще раз почитать обновление. Может быть, это, кстати, она же. Просто изменили дизайн ее. Если мы пойдем на другой сервер, то он окажется тоже полный. Вы все должны понимать, нас все-таки очень много, поэтому не все смогут зайти, к сожалению. Так что постоянно обновляйте сервер, и вы можете зайти, если кто-то выйдет, например, из сервера. Так что постоянно обновляйте, и у вас все получится, мы верим в вас. Так, так, так. Что там еще? Что там еще поставить? Я, пожалуй, еще дерево добуду и поставлю еще мельницу. Пока что. Да, ребята просекли фишку, и теперь все ходят около меня, чтобы попасть в видосик. Все ясно с вами. Ах, хитрые змейки. Ну ладно. Так, добавляем в клан дальше, продолжаем. Кстати, ребят, давайте покрутимся. Давайте вот здесь покрутимся, все вместе. Отлично, супер, супер, супер. Давайте крутимся. Только плавненько, плавненько крутимся, чтобы красиво было. Да, вот так плавненько, плавненько крутимся. О, круто, 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 ребят, круто. На самом деле, вот столько людей я еще не видел никогда. Вот это реально рекорд для меня. Не знаю, как для вас, но это вот для меня рекорд. Вот, и, наверное, будет еще круто на стримах все-таки. Я буду их делать. Возможно, не знаю, когда, ребят, я сделаю, потому что все зависит от того, когда у меня появится новый микрофон. Вот. Ну, в принципе, это тоже не глючит, но бывает то, что он дико-дико лагает, и это может очень сильно испортить все. Вот, так что пока немножко стоит подождать. Так, набираем в клан. И, похоже, ограничения по количеству людей нету. То есть я могу набирать, 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 набирать в клан. Бесконечно просто. А, блин, мне, кстати, не нравится то, что мы до сих пор не вышли в топ. Хотя, стоп, стоп, стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, по-моему, примерно шесть человек вышло в топ. А, вот этот чувак на первом месте, это наш чувак или нет? Феус, или как правильно произносится, Феус. Он, по-моему, наш, да? Так, так, так. Ну, вроде здесь я его не вижу, он, по-моему, где-то ходит. Нихера себе! Блин, вы посмотрите, сколько мельниц у нас. Это жесть, это жесть. Да, ребята, если что, вы пишите мне. Если у нас заводится крыска, я обязательно ее кикну, и вы сразу ее убьете. Блин, это жесть. Смотрите, сколько у нас мельниц. Ну, если честно, ребят, это самая огромная база в игре, которая у нас когда-либо была, и вообще когда-либо была в игре в этой. Потому что, мне кажется, это реально это рекорд. По-моему, это жесть. Это полная жесть какая-то. Сколько здесь мельниц, интересно? Ну, где-то 50, наверное. Жесть, жесть, жесть. Уже третий слой стен идет, третий слой. Я предлагаю все-таки пойти вместе все на кого-нибудь напасть, попробовать. Это смотрится просто довольно-таки эпичненько, вот. Куда мы все вместе ходим. Давайте, ребят, немножко выйдем налево. Вот через двери, да. Через двери выйдем. И вот здесь соберемся все рядом. Вот, отлично. Давайте все здесь собираемся около базы, около стен. Давайте, кто тут еще не подошел? И кто-нибудь останьтесь все-таки на базе, все-таки. Будет обидно, когда мы обратно придем, и уже ничего не будет. Здесь давайте еще раз покрутимся, покрутимся. Это обязательное мероприятие. Отлично, отлично. Все, и давайте. Все, давайте идем потихоньку, идем потихоньку. Давайте налево пойдем. Тоже в угол пойдем, короче. Мне кажется, потому что все строят базы в углах. Вот, никто не делает особо в центре.
все стараются делать на краю. О боже, вон, кстати, Феос, он на первом месте, это, похоже, наш человек, поэтому все в порядке. Так что можно сказать, что мы сервер полностью захватили, вот. И я думаю, захватили не в таком большом времени, то есть буквально за минут 10 мы захватили сервер. Вначале мы развились, потом пошли в угол, захватили базу, построили базу. Так, тут еще, кстати, в клан принимать нужно потихоньку людей. Вот, мы сейчас делаем кружок, придем обратно, осторожно, тут колючки. Вот. Потом придем обратно на базу, еще немножко поразвиваемся, и я думаю, закончим, потому что, ну, в принципе, что здесь еще развивать, ой, обозревать, в принципе, двери, стены, это очень круто все, вот. Но не хватает все-таки каких-то монстров, животных и так далее, может быть, даже голода. Я бы не отказался от голода, на самом деле. Вот, кстати, хорошая была идея у какого-то подписчика, в комментариях кто-то писал, вот то, чтобы добавили... колодец. Да, осторожно, ребята, нападаем. Рушим стены, рушим все. Берем все под свой контроль. Кстати, стены так долго бьются, на самом деле. Ударов так 10, наверное, нужно нанести, чтобы разрушить одну стенку, вот эту большую. Ну, каменную, в смысле. Так, принимаем дальше людей. Мне кажется, много людей еще принимают... я принимаю тех людей, которые просто играют на сервере. То есть они вообще не знают, кто я такой и что я тут делаю. Они просто хотят, чтобы мы с ними, ну, типа, сдружились. И никто их не трогал. Вероятно всего, да, потому что я еще вижу всяких людей, которых я принимаю, это ГД. Ну, я случайным образом принимаю, так что... Мне просто нет времени объяснять, я просто принимаю всех. А, боже. Короче, давайте идем по краю карты. В нижний правый угол уже идем. Посмотрим, есть ли там база. Если нет, то уже вернемся на базу. И будем продолжать развивать нашу... наш улей, так сказать. Он, кстати, чувак бедный. Бедный чувак. О, боже. Тут, кстати, чья-то база была. Чья-то база все-таки тут была. Давайте ее тоже разрушим. Так, рушим стену. А, это не стена. Я перепутал стену с шахтой. Все, идем наверх, идем наверх. Все, идем, возвращаемся к базе, короче, и продолжаем строить. Мне кажется, мы все ее бросили, и там уже ничего не осталось. Вот, а ночь пока добавили, и все. Как бы тут просто темнеет карта, и все. А потом уже добавят всяких монстров. Интересно, каких, кстати. Даже не знаю, может быть, всяких пауков. Не знаю, мне почему-то в голову идут только пауки. Осторожно, осторожно. Это, кстати, наш был, но он почему-то в другом клане состоял. Так, как вы там проходите? А, просто вот так проходите. Кстати, вот это тоже нужно, мне кажется, пофиксить разработчику, что все могут пройти через эти стены вот так вот. Через маленькие-маленькие щелочки могут все пройти, как крыски какие-то. Мне кажется, все-таки нужно... сделать разработчику так, чтобы можно было пройти только через двери вот эти. Вот, и все. И этого достаточно будет. Так, принимаем дальше в клан. И, конечно, это жесть. У нас тут база до сих пор развивается. Я думал, что мы сейчас уйдем, и все, база у нас пропадет, но она до сих пор развивается. Кстати, я тут продолжу ставить мельницы, потому что их у меня уже нету почему-то. Так, у меня две мельницы, давайте еще где-нибудь поставлю. Да тут места нету, куда мне ставить мельницу, ребят? Офигеть, вы все места заняли. А вот, все, нашел место, вот здесь поставлю. Вот здесь где-нибудь поставлю. Надеюсь, что я никому здесь не помешаю, конечно. Здесь уже некуда просто ставить. Так, сюда еще поставлю и куда-нибудь вот сюда вот еще. Очень аккуратно. Так, и да, все, 5 мельниц у меня есть. Дальше принимаем в клан. Ну, блин, это крутое на самом деле обновление. Я думаю, напишите, нравится вот это вам обновление или нет. Кто-то говорит, что все уже, мумушка скатилась. Нахер эту игру. Ой-ой-ой, ребят, у нас там кто-то, короче, кого-то замочил и... куча всего пропала у кого-то. Куча стен пропала. Но вроде как крысок нету особо. Я думаю, на этом все, ребят. В принципе, мы построили базу. Сейчас уже потихоньку она пропадает.
Не знаю почему. Видимо, кто-то сливается уже. Вот, и думаю, что в следующий раз, я не знаю, когда будет сходка, возможно, когда будет уже следующее обновление, либо выходные дни. Сегодня у нас что? Сегодня у нас четверг. Тихо. Я даже успел кого-то убить. Первый раз кого-то убил. Вот, а так все вы за меня тут делали сейчас. И строили, и убивали всех. Вот, так что, давайте, ребят, сегодня, наверное, уже все. Так что... Увидимся уже с вами потом, как-нибудь в следующий раз. Покрутимся еще раз вот здесь вот, в базе. И я уже пойду. Вы можете тут уже дальше развиваться. Конечно, я сомневаюсь, сейчас будет просто... Сейчас будет просто мясо, ребят. Я сейчас выйду, и все. Как бы клана не будет существовать. И все будут друг друга убивать. Уже все начали убивать. Я очень рад, что нас собирается так много на сходках. Многие даже не могли зайти на сервер, потому что сервер был полностью забит. Но тут уже кому повезло. Надеюсь, что будет еще больше сервер и карты в игре, чтобы моим змейкам хватало места. С вами был Слит. Увидимся, ребята. What